Всем доброе утро. Целых полтора часа Татоша был на площадке с папой и ждали, когда же к нам придет Джулия. Джулия, ну Джулия, знакомься с Татошей. Или ты сначала обследуешь площадку. Вот такая вот рыженькая шатеночка у нас Джулия. А сколько ей лет? 12. Ого, ничего себе, ей 12 лет. А Татоше 6. В два раза старше Татоши. Так она уже взрослая. Очень даже взрослая. Молодец. Фу, Татоша. Ну-ка, Татоша. Давай ты помоги. Все, а, переметил. Да сейчас нащелкал его по носу. Носом закапывать начал. Ну, он на этой площадке почему-то носом. Как лопатой орудует. Ну, Джули. Татоша. Она до препятствия заходит, да? А я своего один раз до половины дотащил. Джулия, покажи, как она. Ну пусть она. Джулия, иди покажись. Джулия. Опа, опа. О-о-о-о. Сейчас будет экшен. Гуля. Гуля. Подожди, Татоша, не мешай. Джулии нужно... Джулия, я правильно же говорю? Джулия. Джули. Джули. Стой, Татоша, тихо. Сейчас Джулия покажет нам мастер-класс. Мастер-класс покажет, а папа снимет. Так, вот так. Видишь, Татоша, даже все девочки препятствия берут. А ты ленивая собака. А ты только гавкаешь, что они от тебя на высоте. Вот такая наша красавица Джулия. Отсюда, ну все, все. Сейчас они побегают. Сейчас они выпустят пар. Выпустят пар. Ну, Татоша. А, мы еще препятствия берем. Опа! Ух так, Татоша, сейчас мастер-класс нам покажет. Опа, молодец. Вот это да. Вот, Татоша, когда будет тебе 12 лет, ты также будешь перепрыгивать барьеры. Ну, правильно, все. Татоша! Ну-ка. А, ты бандит веревочку какую-то взял. Иди поиграй с девочкой. Иди поиграй с девочкой. Поиграй с девочкой. Не с веревочкой, а с девочкой поиграй. Ладно, папа на минутку прервется. Сейчас они... А, не прервется папа. Джулия еще идет барьеры, препятствия преодолевать. И папа поснимает. Вот так. Вот она молодец какая. Хоп, вот так. Ой, умничка. Вот, Татоша, бери пример с девочек. Где ты есть? А, он там где-то закопался. Он сейчас с веревочками. Иди сюда, бандит. Иди, покажи свою грязную мордочку. Иди. Так. Ну, запыхтели. Ладно, прервемся на минутку. Так, пока Татоша там занят, Джулия подошла к нам, к папе, подожди. Вот так, вот так вот, вот так, вот так вот, такая вот она у нас красавица. Чмоки-чмоки будем делать в камеру? Чмок, чмок, чмок. Вот умничка, ой, умничка. Ой, мама наша сразу влюбится в тебя, конечно же. Она у нас во всех Татошиных подружек влюблена. Вот так вот. Ладно, прервемся. Еще раз включился, Татоша тут что-то начал проявлять активность свою, попой Джулю подвигать. Ну, что ты такая ленивая? Ничего, сейчас они признакомились, ну, присоседились. Ничего, ничего, они хватит. Она быстро, да. Выиграет сейчас. Молодыми-то были. Да. Взрослая дама мне не догнулась. Да. Ей по статусу не положено. Ну, опа, вот это ты даешь. Ну, ну-ка, задай ему трёп. Задай-ка ему трёпу. Это что же он так подсекает тебя? А? Подсекает, подсекает. Вон она какая, подсекает. Опа, так, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ладно, выключаемся. Здрасте.
Да мы сейчас уйдем. У вас мальчик, да? Мальчик? Ага. А как они не подерутся же? Или ваша дрочливая? А как? Она же играет с вашей собакой. Мы с вами общались с вами, нет? А как зовут? Степа. Господи, точно. А у вас черепаха была на ней. Да, Степа, Степа. Я там 43-м. Че, Степа, Степа, Степа. Нет, она еще маленькая была. Степа. Они знают друг друга. Но я нет, вот и меня тащит. Лишь бы с девочкой не это самое, не подрались. Девочки сразу поймут. А? Может подраться. Они драться не будут. Нет, а девочка, девочка. Ну понятно. Я тебе что сказал? Что это, Тоша? Подожди, Стефа пришла. Давно не виделись, я пока выключу.